пробежать быстрее всех и ни разу не промахнуться, стреляя по мишени. В Северном Казахстане соревнуются юные биатлонисты. Открытый чемпионат страны стартовал в эти выходные. Участники – дети от 10 до 16 лет. Для самых маленьких параллельно проводят соревнования на призы Елены Хрусталевой. Серебряный призер Олимпийских игр, почетный гость состязаний. Пообщалась со спортсменами наша съемочная группа. Самые быстрые и меткие мальчишки и девчонки. 5 возрастных групп. Эти 222 юных спортсмена – сильнейшие биатлонисты страны. Четверть из них представляют Северный Казахстан. В нашем регионе развитию спорта уделяют большое внимание. Только за последние годы более 600 спортивных сооружений введено в эксплуатацию. Дефицит спортивных площадей, крытых спортивных площадей, уменьшен почти что вдвое. С 26 тысяч квадратных метров в Северо-Казахстанской области до 14 500 квадратных метров. На сегодняшний день строятся физкультурно-оздоровительные комплексы. Готов к введению в эксплуатацию новый универсальный теннисный центр. Без лыж, но не легче. Летний биатлон тоже проверка на выносливость и собранность, говорит Елена Хрусталева. Известная спортсменка, серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере, глядя на ребят, вспоминает о своей первой победе. Ей тогда было 11. Первые соревнования по биатлону, они именно были тоже летние. Кроссом мы бежали, все точно так же, винтовки были на рубеже. Дети возраста до 14 лет, они стреляют с упора, я также стреляла с упора. Я помню, что я их выиграла, и я думаю, что вот именно тот был толчок. Я полгода как занималась только биатлоном, и уже в детском возрасте все это легче выигрывать. Но тем, кто не победит, руки опускать нельзя, говорит Елена. Впереди еще много возможностей. Главное – не бояться. Так считает и Елижан Берекуло из Риддера. Он стартовал под номером 111. Бежит мастер спорта по биатлону отлично, но снова подводит стрельба. Ты должен полностью расслабиться и стрелять на пол и выдохи. И у тебя все, вот, даже пальцем нельзя дергать. Чуть дернул, и все, ты не попадешь. Промахнулся 3 раза, теперь бежать еще и штрафные круги. Но надежда есть. Азарт и спортивная злость стреляет наш спортсмен Данияр Буранбаев. Все силы, чтобы обогнать карагандинца Владислава Киреева. Борьба у них давняя. В прошлом году Данияр уступил ему победу на республике. И сегодня ребята идут нога к ноге. Вместе прицеливаются и бегут штрафные. Но соперник снова сильнее. Сложнее всего с собой совладать. У меня на Лёшке так, ну, пойдет, получилось. 2 штрафа, на стойке 3, в общем 5. Ну, пойдет, но ногами я хорошо пробежал, я считаю. А так... Ну, пробежал я 4 километра за 17:32. В следующий раз точно получится, не отчаивается Данияр. Тем более, что впереди еще 3 дня соревнований. Будет индивидуальная гонка и эстафета. Александра Салмина, Жулдузбек Ермуканов, новости МТРК.